Вот уже оканчивается 2017 год. Хочу всех поздравить. Слава Иисусу Христу. И остановимся. Вот почему столько год христианству? Какое основание нашей веры? Во-первых, это Библия. Книга мудрости, как сказал Пушкин, дает ответы на все вопросы. И самая распространенная книга в мире. Дальше, как ученые, как наука говорит, Ньютон, этот мир создан по плану всезнающего, всемогущего существа. Дмитрий Менделеев, я предпочитаю остаться с верой в бессмертие души. А внутренний голос, совесть, это голос души. Он всегда, когда мы нарушаем Божьи заповеди, нам об этом говорит. И Достоевский в романе «Преступление и наказание» показал, как Раскольников мучился угрызениями совести и признал свою вину. А мученики, посмотрите, сколько людей за веру отдавали свою жизнь и шли даже на мученическую смерть. И также все народы языческие тоже имели верование. Святой Павел зашел в Афины, в Греции, в храм языческий. Алтари Юпитеру, Венере, Зевсу. Ну, посмотрите, столько фактов нам говорит о существовании Бога. И поэтому Псалм говорит, не мудрый человек, который не осознает Бога. Поэтому в этот радостный рождественский праздник я желаю всем Божьего благословения, здоровья, счастья, радости. Пускай Господь Бог нам всем благословит, чтобы мы исполнили то, к чему Господь нас призывает. А Господь говорит, святыми будьте, ибо я святой, и я всем желаю святости. От этого зависит наша личная жизнь, наша семейная и жизнь целых народов.